Ох, ребята, и ливень. Что, мои хорошие? Спрятались, да? Я тоже спряталась под крышу. Видите, как хорошо. И к нашим малышам вода не долетает. Блин, наши бараны. Забыли про них? Не забыли. Просто пришли. Открывай! Поридон! Скорей, 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 гони! Ну вот, бедные, далеко были. Они у нас паслись. Ничего страшного. Ой, ужас какой! Ну вот, а я так спешила. Ужасно. Боже, и слева, и справа, и ветер так меняет направление, то влево бьет, то вправо. Боже мой. Град, ребята, и очень сильный град. Ну, куда успела, туда спряталась. Кажется, стихает. Ну надо же, такой день был хороший. Я так спешила что-то сделать. Ну что это такое? Ребята, я прошу вас, отзовитесь. Каждая минута для нас очень дорога. Очень. Ну что ж, ребята. О, слив работает. Отлично. Слив работает. И уходит туда. Сейчас еще немножко сделаем глубже. Отлично. Ребята, не мокните! Уходите! Бегом, бегом на место пока! Не надо бегать под дождем здесь! Не дай бог молния ударит или что-нибудь. Все, пережидаем! Бегом! Небо черное идет на нас. А там дальше еще больше. Да, ребят. Ой, господи. Град, скорее всего, с этой тучи сыпался на нас. Но там идет еще страшнее. Отсюда плохо видно, но она очень черная. Ладно, сейчас будем быстро разносить собакам корм, чтобы успеть. Ну что, ребята, опять гроза, дождь идет. Вот сейчас стою, капает. Вот только что пряталась. Вон, грохочет. Сейчас опять ливень ливанет. Надо, чтобы ребята успели. Мы разносим корм. Да, он уже моросит вовсю. Так. Ты здесь уже всем раздал? Малышам тоже? Все хорошо, раздавай дальше. Люди, пожалуйста, отзовитесь. Приюту очень нужна помощь. Очень. Вот так они ждут еду. Вот так они обращают внимание, когда разносим корм. Встают на лапы и очень рады приветствовать нас. И нарываются, чтобы их погладили. Ребят, это малыши. Это собаки. Они очень близки к человеку. И, ну вот как, скажите, можно пройти равнодушно мимо вот таких крошечек? Что такое? Что, мои красивые? Сейчас насыпем опилок и уберем, да. Ребята, и опять дождь. Ну опять дождь. И опять я спряталась под крышу к щенкам. Ну невозможно просто. Ну когда же он прекратится? Ведь вроде бы нам обещали, что будет у нас жара. Правильно? Ну льет и льет и льет. Да сколько же можно, а? Ребята, я так мечтала уехать с севера
и приехать туда, где тепло. Я с таким счастьем строила свой дом, когда мы переехали жить в грязи. Я так радовалась. Тепло, сухо, дожди идут редко. Я так намерзлась в этом Мурманске. А потом начали сыпаться щенки, котята. И пришлось искать место для того, чтобы животных вывести и найти им дома, и создать им условия получше. Ну и переехала в Подмосковье. А климат Подмосковья не особо отличается от Мурманска. Так что я из одной сырости и опять в сырость. И меня это, ребята, просто реально, ну, настолько душит. Я так устала от этой сырости. Просто устала. Я спряталась в машину. Но посмотрите, как дети играют. Сухо и хорошо, да? Сухо и хорошо. Потому что есть крыша, ребята. А вот там ребенок спит в чашке. Друзья, обращаюсь ко всем. Пожалуйста, мои хорошие, помогите приюту. Нам очень нужны крыши. Нам очень-очень нужны крыши, чтобы эти дети могли хоть немного порадоваться жизни. Хоть немного. Прошу вас. Пожалуйста.